Честь и достоинство человека – столь дорогие, столь важные слова. Редко мы осмысляем праздник Рождества, к которому сейчас все христианское сообщество идет, именно в контексте возвращаемых чести и достоинства. Поговорим об этих двух категориях в нашей передаче «Просто о вере» на телеканале «Самара ГИС» в понедельник в половину восьмого вечера.